Проект фонда Владимира Спивакова «Дети, детям, музыка наших сердец», который реализовывается в Башкортостане, планируют сделать ежегодным. Концерты с участием детей-музыкантов и мастер-классы известных педагогов прошли в Бирске, Благовещенске, Салавате, Стерлитамаке, а также селах Ишимбайского района, Макарова и Петровском. Перед воспитанниками детских домов и детьми с ограниченными возможностями здоровья, многие из которых увидели музыкальные инструменты впервые, выступали их сверстники – ученики и студенты Уфимского училища искусств и Среднего специального музыкального колледжа. Проект очень интересен, потому что он охватывает разных детей. В силу случая многие дети не имеют возможности поприсутствовать на наших концертах. Скажем, мы выступаем в детских и в городских больницах. Поэтому дети и граждане, кто находится на стационаре, конечно же, не могут. Но мы едем к ним. Также мы очень рады выступить перед воспитанниками детских домов.